Итог международной дружбы подвели в минувшее воскресенье. «Главное вместе» под таким названием прошла торжественная церемония закрытия Года народного единства и Года российского кино в Ненецком округе. За 12 месяцев под знаком единства в регионе прошло около 200 мероприятий. А это значит, что практически каждый второй день мы с вами были вместе. Несмотря на любые вызовы и сложности, сохраняли дух единого в своих стремлениях российского народа. Я благодарен Ненецкому отделению Союза пенсионеров и лично Риме Васильевне Костиной за идею, которая напомнила сегодня всем нам о том, что именно сплоченность духа людей разных профессий и национальностей, возрастов и интересов сделала Ненецкий автономный округ кавалером Ордена Дружбы Народов. Это было 44 года назад. Но я уверен, что спустя десятки лет люди, живущие на Ненецкой земле, остаются друг другу добрыми соседями и верными друзьями. Интригой торжественной церемонии стало объявление темы 2017 года. Прежде чем определить тему будущего года, организаторы спросили мнение у жителей округа. В опросе приняли участие порядка 2000 человек. Из предложенных вариантов абсолютное большинство участников опроса выбрали тему добра. Поэтому позвольте мне сегодня от имени жителей Ненецкого автономного округа объявить 2017 год годом доброты в Ненецком автономном округе. Уверен, что предстоящие 365 дней мы с вами сумеем наполнить удивительными историями доброты, милосердия и душевной щедрости. С наступающим! Также на торжественной церемонии во Дворце культуры «Арктика» жителям, внесшим особый вклад в развитие округа, были вручены региональные награды. Продолжением вечера стала концертная программа благотворительного проекта «Добрые песни о главном», которая завершила год российского кино.